Мой прототип вы можете найти на сайте icq.dreams.global. Этот интерактивный прототип, он доступен только в версии для компьютера. Если вы зайдете на мобильную версию, то вы сможете перейти по вот этой вот ссылке, открыть в новом окне и установить этот прототип себе на устройство, если у вас iPhone 5 и выше или iPod Touch 5 и выше. Основная концепция прототипа — это было именно общение. И потому именно экран чата является как бы главным экраном. То есть, когда вы загружаете приложение, в принципе, экран чата — это первое, что человек видит. Было убрано все, что отвлекает. То есть, вот мы видим здесь только окно ввода и, соответственно, кнопку аттачмента. Нажимаем на нее, и мы здесь можем послать там, не знаю, нашу локацию, какие-то стикеры, картинки и так дальше. Этот список, он изменяемый. То есть, если мы часто отправляем стикеры, то у нас стикеры будут на вершине. То есть, когда мы нажимаем на плюсик, у нас первым будет вот здесь вот стикеры. Этот список сортируется в зависимости от того, что пользователь нам более часто отправляет. Дальше, когда мы нажмем на эту кнопку, мы видим список чатов. Список чатов и телефонная книга у нас объединены. То есть, и мы видим, что здесь есть некоторые прикрепленные разговоры. Их можно прикрепить с помощью вот меню, ну, либо через профиль. У нас могут быть разговоры, которые у нас проходили там 2 месяца назад, год назад. Они всегда будут вверху. Сортируются они точно так же само. То есть пришло какое-то новое сообщение, оно будет в вершине, наверху списка. Если там какие-то более старые, то они, естественно, внизу. Ну, так же самое вот эти вот просто разговоры, ну и те контакты, с которыми мы не разговариваем. Потом здесь есть поиск. Поиск не только по ICQ-контактам или по контактам телефона, но и также так называемые друзья-друзей. Статусы ICQ у нас также само здесь отображаются вот слева. Основной концепт — это такой вот как бы водопад, то есть мы всегда можем вернуться к нашему чату. Теперь так же само, вот вы видите, мы можем вернуться к списку чатов, ну и профиль является как бы в самом низу иерархии. Мы имеем абсолютно все те же самые фишки, которые имеет ICQ, то есть это темы, wallpaper и так дальше. И мы также можем быстро переключаться между этими профилями, нажав на аватарчик. Тут также вот мы можем быстро перейти непосредственно чат, либо видеозвонок. Для того, чтобы переключиться в аудио, вот мы здесь нажимаем на микрофончик. Конечно, здесь оно должно подключаться звук, но это бессмысленно. Основное, то есть вот такой вот микрофончик. Также мы можем добавить все это к нашим переговорам. Потом мы можем редактировать списки. Ну, естественно, завершить наш разговор. Вот такой вот прототип. Спасибо за внимание.